Ой, я тоже борщ недавно готовила. Я готовила, как только приехала, и он такой вкусный получился, что просто пальчики оближешь. Не задел. Просто меня бесят такие люди, которые задают такие вопросы. Борщ вкусный будет, конечно, вкусный. Так, я думаю, мне все мясо резать или не все? Я просто не любитель мяса. Таптускрін, привітики. Всім привітики. В якому місті ти живеш? Я не монстр, я тебе не з'їм. Я в Харкові живу. Іра, як там діла в Іспанії? Стала для тебя работа большая тема. Выйди отсюда, я тебя сейчас заблокаю. Неадекват какой-то. Харьков. Холодно, что стало. Да, действительно. И сколько же у вас градусов? Мне интересно. Холодно это в Харькове. Thank you, the roses. У нас, ну, вообще я хожу в осенней курточке уже, но когда возвращаюсь с работы, то типа очень холодно. А днем, когда иду на работу, ну точнее утром, то мне жарко в дубленке. Thank you, zero. Холодно. Ира, ты чё? 17 градусов, это жарень. Это чисто можно ходить в кожанке. Сейчас я вернусь. One sec минус. Я читала. Блин, я сейчас всю морковку схаваю. О, Даша зашла. Я тут уже одного блока добила, который говорит, а работать не хочешь пойти. Я говорю, бля, как меня бесят такие люди. Тебя что задел этот вопрос? Я говорю, да, задел. Что снимал людей? Tap to screen, guys. Follow me, please. Не, Даша, не хо. Зачем? Если бы вы видели, какая у меня терка, вы бы с меня посмеялись. Это просто ужас. Настуся. Так, всем привет, такие потапайте по экранчику, будь ласочка. Халло. Халло. I don't understand. My English very bad. Sorry. Тапаємо по екранчику. Давайте, щоб був актив хороший. Ладно, зараз я встану там возле плити в повний рост і буде актив. Бо я в коротких шортах. Tap to screen, guys. Follow me, please. Привітики, всім привітики. Блін, а як мені на цій терці потереть буряк? Все буде, звісно, сложно. Максимально.
Знаете, как я готовлю борщ? Я сначала все нарезаю. Все приготавливаю. Потом только начинаю. Надо вообще мясо поставить варить. Ой. Но десять людей, та поємо по екранчику, tap to screen, guys, follow me, please. Блядь, це я буду довго так. Ай. Проще уже нарезать соломкой, чем мучиться с этой тёркой. Но я не ищу лёгких путей. Викестир. Их шпрех и них дойч. Сори. Или шкупа, я уже не знаю. Як буде по-німецьки? Ладно, я запишу.